«Жилая зона». Такую профилактическую акцию провели сотрудники ГИБДД вместе с неравнодушными жителями города. Инициаторами акции стала семья Волковых, которая посчитала важным в преддверии летних каникул напомнить водителям и пешеходам о правилах передвижения в жилой зоне. Прежде чем организовать эту акцию, договорились с нашим депутатом Павлом Амельевичем. Он нас состыковал с инспектором из Государственной инспекции безопасности дорожного движения, которая занимается профилактикой нарушений ПДД. Определили место, время, порядок проведения акции. За прошедший год в жилых зонах было 3 ДТП, в которых погибло 4 человека. 2 из них произошли в том числе из-за превышения скорости. Инспектор останавливал проезжающие автомобили, а юные участники акции напоминали водителям о том, какие ограничения здесь действуют. Сейчас у нас начались летние каникулы, дети большую часть времени будут проводить на улице, будут кататься на велосипедах, просто гулять. И очень важно сейчас напомнить водителям о том, как важно соблюдать скоростной режим именно в жилых зонах и дворовых территориях. Для водителей и пешеходов подготовили памятки с правилами по соблюдению скоростного режима. Текст буклетов маленькие участники акции практически выучили наизусть, поскольку к организации акции подошли ответственно. Автомобилистов было много, больше, чем пешеходов. Они слушали с интересом и сказали, что не будут нарушать правила дорожного движения. Будут соблюдать все эти правила. В конце акции сотрудники ГИБДД вручили ребятам благодарственные письма, светоотражающие браслеты и сладкие подарки. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.